Привет, друзья! С вами Павел, и это канал ППК. Сегодня я вам расскажу о том, чем заняться фотографу или любителю в свободное время, которого сейчас у большинства довольно много образовалось. Конечно, можно позалипать ютубчик или сериальчик, это тоже неплохо, но можно провести время с пользой и потратить его на самообразование. Итак, с покупкой камеры D7500 мне дали купон на курс «Ваш зеркальный фотоаппарат Nikon Основы». И несмотря на то, что с камерой я уже давно был на «ты», я решил пройти его, так как мне было интересно посмотреть, что за такой курс. И ссылка с данного купона меня привела на сайт Nikon School. И здесь есть вот данный курс. Итак, что же я получил? Я получил материалы в текстовом и видео формате, состоящие из 6 уроков, который мне будет всегда доступен, то есть он не ограничен по сроку времени. Можно зайти в урок, посмотреть текст, видео, картинки, прочитать все. А после просмотра текста и примера фотографий у нас получается домашнее задание, то есть творческое задание, тематическое. То есть каждому уроку соответствуют свои виды заданий. Поскольку это курс для начинающих, то здесь задания простые и на довольно свободные темы. Задание на свободную тему. Портрет друга, к примеру. Я послал фотографию. Вот она. И здесь ответ. То есть один из преподавателей, один из профессиональных фотографов, который числится за этим курсом, отвечает и оценивает вашу работу. Пишет обычно про достоинства и недостатки ваших фото, но также может развернуть вашу фотографию на переделку. Но поскольку курс, опять же, как я сказал, для новичков, то особо тут не придираются. Так вот, с момента старта курса у меня было 60 дней обучения. То есть, как я сказал, доступ к материалам не ограничен, но доступ к работе с преподавателями вот в таком вот формате. Загрузил фотку, ждешь отклик, задаешь вопрос. Всего 60 дней. И количество фотографий, которые за эти 60 дней можно было отправить, было ограничено 20. В принципе, формат достаточно интересный и новый для меня. Конечно, это не живое скайп-общение. Понятное дело, что в этом плане оно проигрывает. Но, с другой стороны, хоть какой-то отклик от ваших работ будет. А не тупо прочитал, посмотрел урок и пошел фоткать. То есть, никто не исправляет твои ошибки, а здесь ошибки же исправляют. После завершения курса и выполнения всех домашних заданий, в каждом уроке хотя бы по одному должны принять, именно принять должны преподаватели, можно получить сертификат. То есть, скачивается он по ссылке в описании. В принципе, я изучил этот формат, мне он понравился, и оказалось, что Nikon School сотрудничает с фотошкола.net, то есть это, по сути, их курс, фотошкола.net. Соответственно, я перешел туда и закупился несколькими курсами. Три из них я уже прошел, это композиция, черно-белая и ретушь портрета. Остальные я закупил и вот планировал в ближайшее время их начать. Соответственно, система здесь такая же, как только мы стартуем курс, то есть войти в него и почитать уроки мы можем в любое время, обратный отсчет количества дней не начнется, но как только мы нажали именно «начать курс», все, с этого момента идет обратный отсчет дней, и после того, как мы будем сдавать домашние задания, вот они, кстати, мои домашние задания, они у нас тоже будут уменьшаться. То есть на этот курс было дано 20 заданий, и я не помню, сколько дней было, но обычно от 30 до 60, в зависимости от объема курса. Соответственно, по желанию вы можете хоть 3 домашних задания, хоть 5 на каждом уроке загружать в рамках вот этого вот количества. Но также их можно и отдельно купить. Точно так же, как можно и заморозить на несколько дней ваш курс. Честно говоря, я этим не пользовался, так как, ну, не очень это дешево. Бесплатно можно заморозить один раз на 7 дней, бесконечно на 990. Также можно получить задание. Ну, цену вы видите. Про цену чуть позже поговорим. Лично говорю, я этим не пользовался. То есть я старался, если начинал курс, то все, я шел по нему. Соответственно, в таком же формате все и проходит. То есть задание «Добавим наклон в кадр». Соответственно, я загрузил такую фотографию, преподаватель мне ответил. Тут никаких косяков не было. Но у меня были фотографии с косяками, то есть где я загружал фотографию, преподаватель ее соответственно все это расписывается, что как и почему, и после этого мы отправляем на доработку. То есть если мы уже начали делать одно домашнее задание и загружаем потом еще одну фотографию, если она не понравилась преподавателю, то количество фотографий, которые можно прислать, не уменьшается. То есть одно у вас потратилось, и все. И в рамках одного домашнего задания вы можете задавать вопросы преподавателю, и если ему не понравилась фотография, вы загружаете другую, переделанную, переснятую и так далее.
Соответственно, точно так же после прохождения всех домашних заданий, чтобы стояли галочки, я имею в виду в каждом уроке по одному минимум, можно опять получить сертификат, на котором, соответственно, написано ваше имя, фамилия, число, фотошкола.нет и тот курс, который вы прошли. Конечно, это прикольная штука, можно их распечатать, повесить в рамку у вас на стену, если у вас есть какая-то фотостудия или еще что-то подобное. Все равно никто особо гуглить не будет, что это за фотошкола, но выглядит достаточно солидно. Ну и вы будете знать, что вы официально прошли какой-то курс. Не просто на ютубе посмотрели пару блогеров, а что-то сами обучились. Что касается цены на курсы и их разнообразия, курсов здесь очень много. Но цены без скидок, честно говоря, мне не нравятся. То есть, зная, в каком формате проходит это обучение, то есть, условно говоря, онлайн, в формате форума мы загружаем фотку и ждем, когда нам ответят сегодня или завтра. Обычно в течение суток отвечают преподаватели. Вот мы видим здесь, какое количество курсов разных. Вот обычно я покупал все курсы по цене около 1000 рублей. То есть я ждал скидку на интересующий меня курс и покупал его. То есть можно войти, например, в курс, посмотреть его цену. Ну, опять же, сейчас цена без скидки. 60 дней обучения, 25 домашних заданий. Ну, персональный сертификат, это все как обычно. Преподаватели. Ну и в таком формате, в таком виде все курсы и проходят. То есть вот курсы по обработке здесь есть. Опять же, цены без скидок, как мы видим. Очень много. Здесь есть и стоковая фотография, и мобильная фотография, и основные направления в виде свадеб, репортажи, детский, семейный, love story и так далее. То есть по наполнению курсов сайт достаточно хорош, в этом плане много. Также здесь есть работы студентов, лучшие работы студентов показываются в информации о курсах. Ну и теперь, если подводя итоги, то выделим сильные и слабые стороны. Итак, плюсы – это неплохая цена курсов при покупке со скидками. Это действительно неплохая цена, так как я давно задался целью найти какую-то интересную фотошколу, и у нас офлайн фотошколы в Калининграде очень дорогие и бестолковые, судя по моим знакомым, которые проходили данные курсы и понимали, что отдав 40 тысяч, они ничему не научились. То есть там формат был подобно мастер-классу. Вас привели, показали что-то в уши, там наговорили, и никаких обязательств у них, по сути, и не было перед учениками. А учитывая, что я уже не новичок, то есть каких-то новых знаний мне почерпнуть достаточно трудно. И отдавать 40 тысяч, чтобы проверить, что ты там узнаешь, не хочется. Здесь же я, так сказать, купил один курс, посмотрел, понял, что я что-то узнал. Пускай и не вся информация из курса была мне полезна, но что-то новое я узнал. Плюс пообщался с преподавателями в таком формате, и они мне указали на мои ошибки. Второй плюс – это большое разнообразие курсов. Их здесь реально много. В принципе, каждый найдет для себя. Ну, третий – это интересная механика. Все-таки отправил домашнюю работу, тебе ее ответили. Ну, достаточно необычно. Четвертое – это сертификаты. Мелочь, а приятно. Ну и теперь о грустном. Минусы, да, они здесь тоже есть. Некоторые курсы маловаты и разбиты на 2 или 3. То есть, к примеру, композиция разбита на основы и на продвинутый уровень. То есть, вот он второй курс, который я купил. Да, я здесь кое-что узнал. И я столько фотографий сделал, не зная даже основных правил композиции. То же самое касается и ретуши портрета. У них на ретушь портрета 3 курса разных. Да, в этом курсе я много чего нового узнал. Действительно, много чего нового узнал. Того, чего не было на ютубе. Но, например, та же ретушь лица или тонирование какое-то здесь 3-4 способами описано, которых вообще не слышал и не знал, что такие есть инструменты в фотошопе. Но минус в том, что, опять же, как я сказал, вроде как у нас идет ретушь портрета, но у нас тут 3 или уже, может, и 4 курса добавлено. То есть он вроде как и полезный, но в то же время он не полный. Получается, что надо покупать еще один курс портрета, потом еще один. Хотелось бы как-то это все расширить, чтоб если ты покупаешь курс композиции, то все, у тебя идет полный здоровый курс. Следующий минус – это, конечно, хоть и формат интересный, общение с преподавателями, но это все-таки не онлайн, не живое общение. Потому что мы написали и ждем, пока вам ответит преподаватель. То есть нету никаких ни скайп-созвонов, ничего подобного. Хотя, если честно, хотелось бы чего-то подобного. Либо за отдельную плату, либо какого-то бонуса. Ну, в общем, этот вариант можно было бы рассмотреть. Например, при покупке курса там час онлайн-созвона с одним из преподавателей. То есть записал себе на бумажке вопросы и поговорил там. Ну, в общем, вы поняли. Я думаю, что это многим бы понравилось.
Еще минус это фотки в некоторых курсах небольшого размера, и они сильно не увеличиваются на экран. Ну и из пожеланий хотелось бы, конечно, чтобы здесь появились курсы для видеографов, то есть по видеосъемке, по настройке, по записи звука, по монтажу. Понятное дело, что это хоть и смежное направление, но все-таки другое. Но я думаю, что в таком формате не составило бы труда им сделать или начать делать такие курсы, так как видеография в наше время сейчас набирает больше обороты, чем фотосъемка. Также здесь есть мастер-классы. Ну, мое мнение о мастер-классе, я сказал, что не вижу в них смысла. Они для тех, кто не шарит, и, ну, лично мое мнение, для тех, кто не шарит, и для тех, кому нужен заряд, чтобы их распихали, чтобы их подтолкнули. В целом, это все, что я хотел рассказать о данном проекте. Если вы заинтересованы, то для моих подписчиков есть ссылка, по которой вы сможете получить скидку на курсы в 15%, а также бонусный бесплатный материал. Все ссылки будут в описании. В общем, еще раз подчеркиваю, я никого не заставляю, я просто рассказал свое личное мнение и поделился опытом. То есть я специально выбросил данную скидку. Опять же, на вас я не заработаю. То есть все, что я получу, это бонусы, потратив которые, я просто смогу купить курс со скидкой или без оплаты. Так что такого прям ярого интереса у меня заставлять вас и активно пиарить данную фотошколу нет. Я именно поделился своим мнением, рассказал о плюсах и минусах данной фотошколы. Минусы в ней, как вы реально поняли, есть в таком формате обучения. Ну, на этом все, друзья. Оцените ролик положительно или отрицательно. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, я постараюсь на все ответить. Спасибо вам всем за просмотр, кто особенно досмотрел до этого момента. И всем пока!